В Румынии на предприятии Airbus в городе Гимбаве модернизировали 5 вертолетов H-225 Super Puma для МВД Украины. Это 2 борта для Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и 3 для Национальной гвардии Украины. В 2018 году компания Airbus Helicopters и Министерство внутренних дел Украины подписали контракт на поставку 21 вертолета H-225. Они поставляются не новыми, а после использования, и для нужд Украины капитально ремонтируются и модернизируются под выполнение поисково-спасательных операций и транспортировки. Румынское предприятие в Гимбаве работает по этому соглашению над 15 вертолетами. Работы включают капитальную проверку для возврата в эксплуатацию вертолетов и установки специального оборудования, такого как оптика, электронная станция, прожектор, лебедка и другое. Первые 2 вертолета H-225 Super Puma прибыли в Украину 20 декабря 2018 года, воздушные суда пересекли границу Украины и Венгрии. Днем ранее они совершили перелет из Италии в Будапешт. В общей сложности уже доставлено 10 бортов, 4 для Нацгвардии и 6 для Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. МВД Украины заключила контракт на приобретение 55 вертолетов, и кроме H-225 включает такие модели, как H-125 и H-145. Приобретение происходит за кредитные средства. Все вертолеты поступят в структуры МВД, Национальную полицию, Государственную службу по чрезвычайным ситуациям, Госпогранслужбу и Национальную гвардию. Спасибо за просмотр, за ваши лайки и комментарии. Ребята, не забывайте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить свежие новости от нашего канала. Всем мира и добра!